Видите, когда свет издалека, он более плоский, но немножко более скучный. Если мы поднесем поближе, не знаю, мне плохо видно. По-моему, тень становится более выраженная. Ну и фактура более выраженная лица. Вот. Конечно, в каком-то смысле этот способ съемки, он богат именно лицами. То есть там, видите, да, положение лампы, и у меня не так много. Вот там так я могу водить, и вот такой круг могу делать. По большому, сейчас я буду портить кадр немножко. По большому счету, это все, да, что я могу делать. Вот, ну так как люди все разные, да, вот скоро все приедет мой брат-близнец, вы увидите, что все люди точно разные, то, в общем-то, вам скучно не будет. Наоборот, у вас скоро это может, ну, если вы будете реально много снимать, это будет у вас... дойдет до автоматизма, да, то есть вы просто будете реально общаться с человеком, да, и вот так вот водить эту лампу. Ну, то есть я не считаю, что плохо, если это войдет в привычку, ну, то есть, да, зато вы сможете реально с человеком общаться и спокойно его фотографировать.